Всем привет, с вами Zero Point, это NFS Payback, продолжаем проходить. В прошлой серии мы прошли миссию с грузовиком, где мы угнали золотой гелик, золотой авентадор. И, короче, у нас открылись миссии драк, это погони вот эти вот замечательные. И еще гонки, но мы продолжим с погонь, потому что... начнем с погонь, потому что... В прошлой серии у нас были погони, и, собственно говоря, сейчас мы продолжим погони. Потому что это любимое мое вообще, что есть в этой игре. У меня с погонями никогда проблем особо не было. Так, где моя тачка-то? Добро пожаловать на мой склад. Здесь можно хранить сколько угодно машин и брать их в любое время. Угу, хорошо. Так, машин нет, нет. Так, погоня. Наша любимая Панамера. Да, покинуть. Так, давайте на мастерскую тпхнемся. Так, посмотрим, что у нас тут за детальки продаются. Так, выхлоп есть, у нас скорость. Так, ну они все стоковые здесь, самые такие хорошие. Вот есть коробка передач. Outlaw. Ну, вот выхлоп вот этот вот хороший достаточно, так что купим его. Коробку? Нет. Добавляет мало. Турбонаддув, допустим. Так, сколько там надо? Можно мне на этот? Спасибо. 316. Отлично, хватает. Это, по-моему, самая мощная у меня сейчас машина. Вот эта вот Панамерка. И вообще она мне очень нравится. Реально топовая. Да вообще я обожаю погони. Мне кажется, я на любой машине буду их проходить. Ну, Панамера действительно классная. Там еще была М5, которая тоже, она даже лучше по скорости. Но мне захотелось Панамеру. Мне как-то Porsche больше BMW нравится. Так, встреча с брокером. Погнали. Такая же машина. Почти. У меня есть новое задание. Надеюсь, ты готова. Меня раскрыли, ты помнишь? А скрываться не нужно. Пора выйти против коллекционера. Плевать мне на коллекционера. Нам нужна Лина Наварра. Разделайся с Наварро, и коллекционеру конец. Мы оба получим то, что хотим. Я посылаю тебе помощь. Когда прибудешь на место, сразу... Угу. Спасибо, что договорила. Ну зашибись, а почему мне нельзя было сразу тут начать? Ладно, едем хорошо. Вторжение. Ну ладно, сейчас будем вторгаться в ихнее личное пространство. Сейчас их будем взламывать. Так, чё за нига? Ну-ка, чё за нига? Эй, это тебя прислали? Не так громко, мало ли кто может нас слушать. Да, тебя явно прислали. Я где-то слышал этот голос, 100%. Где-то в этой игре уже этот голос слышал, вот я не знаю где.
вовлечь данные серверов дома. Надеюсь, ты быстро... в натуре, что ли, взломан? Я Джесс. Я подпольный боец из Шерлок. Здравствуй. Подпольный боец? Да? Так а что дрифтер? Опять он? Да, он показал себя воином за правое дело. Я ж говорю, я где-то слышал этот голос, точно. Хакнуть эти штуки. Или что ты там собрался? Я умоляю, фаербол любой ребенок взломает. Это масштаб. Фаерболы? Фаерболы. Тормозни. Хорошо, хорошо. И все, поехали. Так, поедем сюда, наверное. Ищем другие остановки. Нашел, что хорошее? Нашел, да. Хорошее? Нет. Странно. Странное? Все страннее. Бывает. Чё сказать? Бывает. Давай, как в прошлый раз. Есть. Поехали. Так, куда теперь? Если подумать логически, то поедем вот на это вот, наверное, да? Или... Не знаю, там какой-то маршрут странный. Едем, ну, ладно. Дальше. Непонятно, куда подъезжать просто. Опять странное? Опять очень, очень странное. Ну, намекни. Я вижу массу данных отслеживания для разных машин. Wire BC, Nissan GT-R, Chevy C10. Марки тебе о чем-то говорят? Я где-то видела такие тачки. Wire BC. Это ж... Этот. Ладно, делай свое дело, короче. Понял, понял. Данные получены, поехали. Так. Ну, поедем вот на эту, вот, наверное, самую ближнюю. Или сюда. Нет, сюда будет поближе. Пока все хорошо. Поедем сюда. Эй! Что? Ничего, ничего. Кое-что показалось подозрительным. Все в порядке. В основном опять данные слежения. Чё-то подпольный боец такой. Секунд немножечко. Ну, хотя, в принципе, правильно он делает. То, что сыкует. Так, здрасте. Хорошо, едем. Черт, кажется, засекли. Да ладно. Нафиг серверы, валим отсюда. Я же не довзломал всего там сколько, 2 или 3 точки. Так, ладно, хорошо. А где враги? Ага, вот они. Че, только корвет? Серьезно? Да я сейчас Что с него уеду. Я использовал спутник, как отследили. Как видишь, нас очень даже отследили. Пристегнись! Я Адам 113. Преследую Порш Панамера Турбо. Едет на запад через Биллионарс Роу. Внимание всем экипажам, Адам 113. Сколько километров ехать до отрыва? 13,3. Структура этих данных. Впервые такое вижу. Переключение скорости, реакция на торможение. Блин, даже дорожные условия. За каким чертом им все это надо? Хрен возьми, за каким хреном. За нами тут мусора едут, это там еще какие-то желтые на карте. С этими, с блокираторами со своими. Я видел подобные. Я не туда поехал, да? Шифрование, когда хакнул, брать, ну, ладно, я думаю, здесь можно проехать. Частную охранную организацию? Ну, наверное. Вас поняла, на восток, через Бомбиль. Бомбейли. Блин, вот зачем я поехал через этот крюк? Ну, блин, ну, сейчас столько времени потеряю. Надо угандошивать срочно их. Потому что мне времени тогда не хватит. Ну, твою ж мать! Сраное ограждение поставили. Принято. Принято. Спасибо, что... Вот. Пошел нахер отсюда, нахер отсюда. Этот еще с молнией своей гоняется. Другим, раз за разом. Будем ведущим экипажем.
Иди нахрен. В трафик уебался. Да уйдите вы! Ой, бля, что вы делаете? Господи, какие настырные! Вот именно, блядь, дайте доехать! Может, у них есть... Угандошить их надо, срочно, срочно угандошивать. Ай! Вонючий трафик, блин, едет. Бездорожье началось. Мы по намерению. Мне не особо нравится, то, что мне 16 секунд осталось. По-моему, я не успеваю, да? До этой точки успею, а дальше нет. Ну, минус один, допустим. Допустим, минус один, хорошо. Сейчас будет минус еще два, скорее всего. Так, минус еще один. И вот это вот тоже минус о нем. 35 секунд. Мне кажется, не хватит. И, блин, если они так будут делать. Это твой предел. А где этот? Там жетон был, кстати. Где чекпоинт-то? 20 секунд, вы чё? У меня что, начались проблемы с погонями? Это же самое легкое вообще, что есть в этой игре, я не понимаю. Дрифт сложнее для меня. Нет, 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 пожалуйста, успей. Успей, смотри, успей, сука. Смотри, успей, блядь, успей. Успел. Ясно. Что делать? Твою ж-то мать. 7 секунд. 5 секунд. Нет. Ну все, я въебал. Чуть-чуть не хватило. Вот, блин. Вот, блин. Какого хрена там 320 было написано? А какого хрена 320 несли? Это? Что? Меня наебали навигаторы. Хорошее ограждение, да? Классное. Что ты сделал? Я? Ограждение сбил. Как видишь, нас очень даже отследили. Пристегнись. Блин, опять эти 15 километров. Сейчас, надеюсь, я не допущу такую ошибку, что... Там с этот... На крюк на это поеду, потому что он вообще время теряет много. Ты смог хоть что-то получить? Ой, блин, прошу прощения. Структура этих данных. Впервые такое вижу. Дин, в жопу, да что вы делаете? О, превьюшка подъехала, кажется. Нет, не туда, сука, нет. Сука, дура. Принято, объект направляется на запад. Иди в жопу. Кровитос. Еблантос. Иди отсюда. Что ты меня таранишь-то? Не выкидывай меня с трассы. Все, наконец-то правильно поехал. Вас поняла, на север, по Карсон-стрит. Что ты делаешь? Вот так вот, понял? Я видел подобное шифрование, когда капнул Bright River Security. Ты взломал час. Перевернулся. Ну, наверное. Перевернулся. Свали! Долой, полицейское государство! Да что ж такое-то? Ну, он тормозят меня. 100 км в час мое прохождение. Блин. Какого черта ты творишь? Нормально, у меня защита стоит в машине. Пошел отсюда! Ой, занесло, братан, а как же так? А сколько за них секунд дают? Секунд 5, да? В принципе, 5 секунд могут спасти жизнь. Ну, сейчас мне явно больше. Явно.
предыдущий экипаж не может продолжать погоню. Шипы еще эти раскиданы везде. Господи, какие настырные. Да вообще не говори. Может, вот не что не вы не делаете? Зачем пикапы-то на меня скидывают? Принято. Опа. Да ладно, ты что думал? Буду не таранить, что ли тебя? Сдамся? Лети отсюда. Вместе с М3, это серебристый. Поняла. Встали. А вы что, лежали? А? Подъебал. Короли, подъеба. Ой, устранен. Выруливать вы не умеете. Да за мной даже погони уже нету. Вот это я понимаю. Вот 50 секунд, а тогда было сколько? 20. Не, здесь, по-моему, был 30. Я не помню уже сколько. Явно не 30. Тут секунд 6 было. А сейчас уже 40. На 40 секунд больше, охренеть можно. Дорожено по намеру. Блин. Немножко дрифта. Немножко дрифта никому не повредило, хотя дрифт я не люблю. Ну ладно. Не надо мне прижимать. Ну что вы делаете? Спасибо, что ты перевёл. Ну что вы? Нет! Так не арестовывайте, суки! Экран моргает, я что, умираю? Иди отсюда. Задержали подозреваемого? Да. Объект ушел, задержали. Я Адам-6, прекращаю погоню. Машина встала. Принято. Пошел вообще. Че, дрифтишь, да? Дрифтишь, да? Парный дрифт устраиваешь? Ой, да дрифтился, да? Уебался. Колесо-то взорвалось. Давление-то в покрышках проверять надо. Надо было прыгать. Нет, не надо было прыгать, потому что там я бы не выехал, скорее всего. Хотя, может, и выехал. Вот это я понимаю, целая минута в запасе была. Минута! Повезет в другой раз. Угу. Не повезет. Платить уже начали нормально. Так, тормоза, ускорение, 14-е, это лучше. Так что, пожалуй, поставим. Так, еще до точки набраться. Понимаю, ладно. Почему брокер вызвал у тебя. Ты нечто. Да, колеса трясутся у машины. Да, да, да. Машинка боится. Она дрожит. Ни хрена себе тут погоня. Охренеть можно. Так. Все готово. Мы не везде смогли побывать. 320. Когда пока что подходим. Что-то полезное, я выйду на связь. Пожалуйста.
Так, X6 изображены, так что будет явно что-то такое же. Подпольный боец? Что такое? Я пытался оставить жучок в казино дома. Прошел через фаервол, но потом меня засекли. Я в бегах. Приезжай скорее. Черт, держись, я еду. Скорей! Скорей! Попался, блин, подпольный боец. Извини, брокер, не могла ждать твоего звонка. Что происходит? Подпольный боец пытался сработать в одиночку и попался. Еду его забирать. Вечно так. Всегда бойца изображает. Давай, забери его, пока другие не нашли. Ничего, по номерам мчится. Ты где? Со скоростью 140 миль. Я еду спасать. Блин, да что ж ты бернаутишь? Ладно, ладно. Зато добыча хорошая. Ладно. Все, я еду. Молчи. Боец, чем ты думал вообще? Жопой он думал. Мозги в жопе. Так голову в жопу засунул и начал думать. Ну, казалось людям это подозрительно, то, что он голову в жопу засунул. Вот что она черная. Это ж на жопе было. Садись. Валим отсюда. А ты так спокойно подошел, да, к машине такой. А я иду, шагаю к Москве, ибо я потом... А, быстрее, валим! А чё так спокойно? Я думал, ты бегом подбежишь ко мне. Так, по карте появились. Ни хрена себе, они там заспавнились. Вы видели по карте? X6. Ты чем думал вообще, боец? Да я ж тебе уже сказал, чё. Надо вернуться в штаб и активировать её, пока они её не удалили. Чё вообще по BMW, нет? Слишком много, мне кажется, их нет. Просто тупо по таймингу выехал. Честно, я не очень поняла, что ты сейчас сказал. Вся их секретная инфа под замком. Я там оставил маленькую лазейку, они вроде не заметили. Боец, ты давай осторожнее в следующий раз. Два километра? Так мало? Тебе платят, чтобы ты не попадал. Это все? Иду, мне платят, чтобы тебя серьезно? Это вся миссия? Допустим, хорошо. Чарли? Мое гражданское имя. До того, как я нашел шеф Локри, ее, она дала мне имя и цель. Я впервые слышу, чтобы она волновалась. Видать, заботится о тебе. Да, мы знаем друг друга очень давно. А, 9 километров. Ни хрена себе тут, черт, блин, сальтухи кручу с трафиком. Сломанного сервера. Они нашли бальдон. Надо ехать в мое убежище. Сколько у нас времени? Несколько убежище минут. Я скачиваю, что могу. Я могу тебя довезти. А где враги там? Кто-нибудь вообще? Нет? Не будет такого? Я вижу, где вы. Похоже, у вас там прямая дорога до базы Шифлок. Ты нас отслеживаешь в реальном времени? Ты это можешь? Я бы не узнавал, что она может, а что нет. Ты меня так разрекламировал, Чарли. Я просил не называть. Вредничает иногда. О боже, помните все эти данные серверов? Похоже, их передают из запчастей Чидори, стоящих в тех машинах. Что? Но ведь наша команда ставит себе Чидори. Там и наши данные есть. Минуту. У меня в полной мере, по-моему, что у меня там, блок управления двигателем стоит, Чидори, да? Так, нет, похоже, там особые запчасти. Хуёво, да? Не знаю, кто владельцы, но они в курсе, что ставит в их тачке. Нормально, по номеру ебашь 300 километров. Которую мы угнали у дома. Проверь, нет ли её в той базе. О, хорошая мысль. 320. В ней куча особых запчастей. 330. Слава богу, что мы на ней не ездили. Страшно подумать, что дом мог бы все время получать от нас данные. Ой, бездорожье, ничего себе. Сам того не хотел. Так. Почти приехал.
что за, блин, убежище у тебя здесь? Что, здесь, в этом домике, с лодкой? Серьезно? Вот так бы всегда. Угу. Еще 12 тысяч подъехали. Так, третье. Тормоза. Это хуже, наверное, будет. Ну, это не сток, хотя, ну... Чё так сложно? Поставлю. Спасибо, Джесс. Пожалуйста. Пожалуйста. Так, еще три. Так, опять в городе, да? Подпольный боец сумел вернуться вовремя. Мы на месте. 340? Еще 15 единиц надо где-то качнуть. Давайте в мастерскую. Поставка через 11,5 минут, но я думаю, есть какие-нибудь детальки, которые мы можем поставить прямо сейчас. Сейчас посмотрим. Но в любом случае, можно будет тогда провести розыгрыш, и тогда будут точно детальки. Нормально. Так, вот здесь есть на нитро бонус, добавляет максималочку, нитро 6,6. Но есть также блок цилиндров. Но он убирает это. Нет. Один минут, да? Ладно. Ну, блин, ну нитро теряется, ну что за хрень? Ну, ГБЦ есть, но она же вообще ничего не нет. О, блок цилиндров, кстати, на прыжок. Ну, какой нахрен прыжок? 3x бонус аутлов. Только из-за этого, скорее всего, добавляется что-то. Так, у нас турбонадув 13-й. Ну ладно, МБУ крутанем. Прыжок, ну какой... О, ну кстати. Нет. Говно. 8400. Говно. Вот так. МБУ еще раз. Пусть что-нибудь нормальное выпадет. Пожалуйста. Да какой прыжок? Ну только что выпадал. Ну всё, говно, блин, говна. Ну блин, ну 13-й хуже 11-й. Ну что за хрень? Ну поставлю, хорошо. Рейтинга хотя бы добавляет. Продам. Продам еще. Еще продам. 5 карточек есть. 7 карточек. О, 3 можно продать. Так, еще продам. 11! Так, ничего нету, да, нормального больше? Куплю вот это. Крутанем. Так, что у нас тут? Ай, что крутить-то? У нас... Был прыжок, стоит блок цилиндров, прыжок... Блок цилиндров у нас там. Хрень. Скорость. 15-е. Чидори, пидори. Ой, блядство какое. Рейтинг зато добавляет. Но нет. Не буду. Чё, покупать? Куплю. Так, все, 340 есть. Отлично. ТП-хнемся на эту заправочку. Поедем тогда на погоню. Никогда не пройду этот радар. Он меня задолбал.
Тайник. Что за тайник? Опять подпольный боец, да, этот? Тайник. Чарли уже смог воспользоваться лазейкой и узнал про сайты с закладками. Нужно забрать данные, пока туда не добрался дом. Посылаю тебе ключ расшифровки. Он нужен для разархивации данных. Да, сделаю. У каждого сайта свое время забора данных. Пропустишь, и данные самоудалятся. А так все просто, да? Так, мое любимое задание. Ай, ну, наверное, самую ближнюю, да, берем? Давайте самую ближнюю. Или вот эту. Как туда ехать-то потом? Если взять первую, потом сюда, потом сюда, 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 сюда. И потом тогда туда назад. Так что давайте вот сначала самую ближнюю. Мне надо вроде как расшифровать какую-то коробку черную. Черный ящик. Ни слова больше. Твой друг-хакер спешит на помощь. Посмотрим, сработает ли. Отправила данные. Есть. Расшифровываю данные. Так. Вот теперь что делать? Сюда ехать? Ну, блин. Ну, я не знаю, а как по-другому-то? Сюда ехать? Давайте сюда, хорошо. Отмечаемся. Километр 58. Есть там что? Где и когда? Не знаю и не знаю. И не знаю, не знаю. Пароль, но он не в этих данных. Здорово. Так, здравствуйте, я приехал. И готово. Получил. Расшифровываю. Вариантов нет, только эта точка. Вот времени, я бы сказал так. Нету. Похоже на следующую фазу плана по сбору данных. Фазу? Они намерены собирать данные из гражданских машин. Я вижу схемы для такси, полицейских машин, семейных минивэнов, для всего. Ты серьезно? Это что за Как бы это не самая легальная организация, так что не удивляюсь. С бандитами связалась, что ты хочешь. Высылаю новые файлы. Жду. Так, ну, наверное, вот на эту, да? Опять по закорючкам по этим ехать. Ну, ничего, доедем. Всего-то километр. Всего-то минута. Осталось. Остались время и пароль. Еще три точки. Надеюсь, успеем. Загружаю. Понял. Так, ну, серия идет уже 35 минут, но мы должны закончить эти погони в любом случае за сегодня. В любом случае должны закончить. Потому что потом растягивать все вот это вот все растягивать я не хочу. А когда они начать собираются, не сказано? Уже начали. Что? Как они получают эти данные без нашего ведома? Не знаю, продолжу копать. Мне не особо нравится то, что у меня 40 секунд осталось, и там точки как бы далеко достаточно. Надеюсь, там есть ответы. Сколько секунд? Вот было 40 секунд, сколько добавит? Минута. Ну, 15 секунд добавили. Все отлично, Джесс. Ну, вполне можем успеть, кстати говоря. Хотя, блин. Что, ой-ой? Я
километр 700. Великий поток. Я очень надеюсь, что тут отсылка... Пожалуйста, дайте успеть, а? 50 секунд. Утопить старый мир, создать новый, ну вот это вот всё. Удалить мир. А, Майнкрафт, я понял. Давай, гони, гони! Отлично. Блин, а теперь до той точки как успеть? Или это последняя? Я не помню! Это последняя или какая? А, это все! Все, мы успели. А, это же на том острове точка вот эта, которая сейчас, точно. Я дебил, ну да, я знаю. О, вот это хорошая карточка, вообще, вообще топовая. Опять до точки добраться, да, опять что-то будет, опять развязка какая-то, да? Вот оно, отправляю координаты, удачи! Спасибо за помощь. Я расскажу, что там будет с Великим потоком. Так, что-то жесткое опять нас ждет. Опять жопу Джесс ждет что-то. Что, я пока понять не могу. Куда ехать? Я вижу, мой навигатор показывает какую-то эту ересь какую-то. Допустим, хорошо, поедем. Вниз. В метро в это какое-то строящееся, серьезно? Да ладно, почему сюда именно? Опачки. Великий потоп? Прошу прощения за заминки. У нас сейчас много дыр в безопасности. Это да. Вот железо, которое просил дом. Береги его. Если оно попадет не в те руки, тебе же будет хуже. Я всегда осторожна, ты же знаешь. Мы потом еще выйдем на связь. Угу. Мы что-то спиздили. И осталось две миссии. Всего-то. Так, мы? Где? Этот парень явно не из дома. Тварь. Что же там за ниточки-то тянет? Привет. Короче, почему здесь именно? Блок управления. 360, ни хрена себе. Чё такие дерзкие вы, а? Ну там подставка, по-моему, новая была. Сейчас буду. 100% была подставка, 100%. О! Вау! Вот это хорошая карточка. Вот действительно, или вот это. Нитро или же ускорение, скорость. Нитро или скорость? Скорость, короче, возьму. Нитро у нас и так есть. Чё, больше ничего нет, да? Розыгрыш её взять. А сколько там надо, да? 360. Ну, поедем так, наверное, или не поедем? Поедем или не поедем? Поедем или по... Тут покупать нечего, вот в чём прикол. Так, что у нас плохое? ИБУ плохое, да? Давайте ИБУ крутанем. Нитро, Чидори, 14-е. Она лучше должна быть. Ай, ну нитро не добавляется. Но рейтинг добавляется. Ну нитро чуть-чуть добавляется. Поставим. 3x Чидори теперь у нас. Так, что есть? Есть на прыжок, но... Ну, мы, наверное... Нет. Ну, нитро теряется. Ну, что за хрень? Ну, что за говно? Ну, вот есть плюс 5 максималка, допустим. Хорошо. Нам максималка нужна. 351 теперь у нас. Продадим, пожалуй.
Продать. Еще продать. И еще продать. И еще продать. Все, больше нечего продать. 12 карточек у нас. Так. Поехали. Денег вообще нема. 100 тысяч это вообще ничего. Это ничего, опять придется за кадром деньги зарабатывать. Ну ничего, я-то заработаю. Я могу и лям заработать при желании. А желание в эту игру играть реально есть. То есть игра реально топовая. Но пока сюжет не закончится, она мне не надоест. А сюжет тут, ну, достаточно интересный. Погони вообще крутые. Погони самое любимое мое, что есть в этой игре. Жетончик давайте соберем. Десять тысяч. Сколько там? 2 или 3 тысячи добавлять. Нормально. Лишний не будет. При моем-то количестве денег. Так, Раф подъехал. Неизвестное устройство, взятое у таинственного агента? Мне уже интересно. Посмотрим. Резервная линия Чидори. Похоже, тут откуда-то приходит сигнал. Я бы сказал, что проверять нет смысла, но... Гелиостанция. Осторожней там, я серьезно. Так, гелиостанция. 3 километра. А, 3 прямой. Джесс, я там еще раз устройство посмотрел. Я ошибался. Похоже, оно передает сигнал, а не просто получает... Ты как, ты когда знаешь, ты успел? Вижу только GPS-координаты. Они там. Ясно. Я сообщу, если что найду на стройплощадке. Почему стройплощадке, если не останутся? Привет. Раф посмотрел устройство. И? Он не знает, с чем это связано. Но устройство получает данные откуда-то с гелиостанции. Не смейте говорить, что надо там посмотреть. Я уже в пути. Кто сомневался? Сообщай, что там найдешь. Сообщу. Блин, по номеру вообще разгоняется лютейше просто. Видите, как она скорость набирает? Дикая машина просто. По бездорожью тут кустики сносить эти. Ой! Неудачно получилось. Ну зачем мне восстанавливать-то? Я уже все уже. Ладно. Вспомним Лигу 73. Где они вот по такой местности гоняют. Точнее, даже не они, а мы, потому что мы тоже там участвовали. Снова это местечко. Что? Что? Откуда полиция могла знать, что я буду тут? Ну ладно, это мы любим. Идите сюда, сейчас будем вас гандошить. На нахуй. Брок, брось, в рот, роба, ебаный рот. Это же бред. Как коллекционер мог? Как коллекционер мог таких тупых копов натравить? Не говори мне, что это из-за блока управления. Я пока оторвусь. Блок управления меня в натуре, что ли, выучит? У меня и выучит Дори стоит, это учитывается тоже, да? Мусорок, какой нахуй мусорок? Ебать, в натуре. Он своих уебал. В натуре, что ли, насмерть прям? Да, копы какие-то это, даже догнать не могут. Ой! Вы что, тупые, что ли? Вы что, десант копов? Носорог! Он опять своего уебал. Блядь, да что вы делаете, а? Дебил. Дорожный патруль поможет, они поставят заслоны по ходу движения. Нахуй заслон. Проехать не дают.
Не нужны мне. Мне и проехать не дает, а вы еще заслоны какие-то, заслоны. Сейчас попытаюсь прижать его. Пытайся. Вот ты попробуй и попытайся. Вот попытайся. Прижать меня, сука такая. Сука-то такая. А, на! Чуть-чуть царапнем тебе. А тебя вообще разъебем. Разъебем. Разъебали. Это вообще скинулся вниз. Сколько километров? 9? Серьезно? Опять носорога звонючий. Ясно, поняла. Желтый на карте еще. Дети. Поняла. Смотрела бы и смотрела. Да. Согласен. Вот с этим соглашусь. Смотреть мы смотреть на это. На все. Блин, она вообще не дрифтит, конечно. Блин, да не скинь ты меня! Чё ты сказал? Бок о бок ты сказал? Блин, минута. Кому такое время дается вообще? Чекпоинты каждые 100 метров. Адам 1-6, сообщите местонахождение. Тут реально есть люди, которые отпроваливали, серьезно? Даже я такой мудак, который толком не умеет водить. Вот так вот я вожу, и я прохожу нормально. Причем это нормальная сложность. Ясно. На. Уебался. А время за кого дают им? За точки? Или за этих? Или все одновременно дается? Просто я не понимаю, когда за этих сдают время, а когда за точки. Ну что сдали за точки, это я понимаю. А если я уебу его, так же будет написано добавлено время? Или как будет написано? А, вот так будет. Устранен преследование. 2 минуты у меня. Уебешься! Я же сказал. Опять носорог! Ой! Как он своих не наебал, скажи. На. Иди отсюда, блядь. Надо было срезать. Там можно было срезать, сука. Я бы сейчас сэкономил 10 тысяч в секунд. Объект движется на запад. Подвинь плейспас. Черт, больно будет. Он что, упал? Больно будет. Ясно, принято. А ты что думал, блин? Я сопротивляюсь. 2 минуты было в запасе, 2, ну ладно, 1.5, ну кому такое время дается вообще? Чё, где хардкор, я не понимаю, мне хардкор сложность ставить или чё, чтобы хоть что-то происходило эпично? Ну ладно, это было эпично, ну чё так просто? Это очень легко. Для нормальной сложности это легко, но сложно, я ничего про сложно не говорю. Восемнадцатый ску... Ооо! Ну, блин, нитро тратится. Ну, 8 максималочки. Притом рейтинг не добавляется. Последняя миссия. Самая-самая последняя. Прям вообще самая.
Выяснила что-нибудь? С этим придется подождать. Чарли устроил у себя срочный сбор. И я не знаю, в чем там дело. Ты можешь туда приехать и рассказать мне, что происходит? Куда ты пыхнулся? Куда ты пыхнулся? Сделаю. Вот, мастерская. Так, нужно добить рейтинг. О, приманочка, кстати, там есть. А деталек нет нормальных, да? Опять розыгрыши юзать? Я же не поеду в таком виде. Это вообще все херит. Хотя 5 единиц рейтинга добавлять максималку. Это вообще ужас какой-то. Приманка. Давайте заберем приманку. Заодно может поставка обновится. Мусора вообще какие-то бесполезные в этой игре. Вообще ничего не делают. Притом их во фрейруме нельзя встретить. По-моему, я еду прямо на миссию. А-13, мы отстали, продолжать не можем. Внимание всем машинам. Вы уходите, так это же хорошо. Объект направлялся на восток через Liberty Desert. Я даже не доехал. Повезет в другой раз. Десяточка еще в кармане. Можно что-нибудь купить из деталек. Кстати, возможно, вот спидкарта будет нормальная. Не, будет говно. Она только рейтинг прибавляет. Ай, ё-моё. 10400. Продадим. Так, где я вообще? А, я в другом месте. Все, понял. Сейчас поставочка будет через 50 секунд. Думаю, подождем. Подождем же мы? Может, подождем? Или будем на паузу ставить? Тридцать семь секунд. Так, все, обновилось же. Чё мне не написано? Ой, фу, ну что за говно? А, ну хотя вот, пожалуйста, нитро, минус нитро тебе. Не, херь какую-то завезли, вот реально, вот какую-то херню завезли. Время в полете только нормально. И все. Ну вот это что такое? Ну это самая лучшая карточка, что я могу сказать. Розыгрыши давайте. Что у нас херовое? Опять ИБУ крутить? Давайте крутить ИБУ опять. А вот что хорошее выпить. Карбон ускорение 15-е. Она лучше, чем 14-е. 5! Опять нитро падает. Что за говно? ГБЦ 14-е. Или этот? Ладно, ГБЦ. Пожалуйста, что-нибудь. Чидори, нитро. Опять 14-е, серьезно. Ну что за хрень?
Сейчас бы шило на мыло менять, которое и то хуже. Что-то ставить надо. Жертвовать нитро. Жертвовать придется. Пожертвуем. Ради тормозов пожертвуем. Опачки. Какая карточка хорошая. Только нитро говно. У нас уже 4 из 3. 4, ну, в смысле, не 4 из 3. Ну, вы поняли. Так. Крутанем КПП. Денег вообще не осталось. Вот только вот на этих вот этих спидкартах вытаскивать. Ускорение карбон. 17-е! Ну, в принципе, минус. Минус сколько там? Не вижу. Ладно, поставим. Так, 379, а надо 380. Отлично, поехали. Аркрайт. Что за название? Аркрайт. Блин, я проехал. Пряталась в коттедже Нью-Хейвена. Да. Сейчас бы истории рассказывать из жизни. Но Том меня вычислил. Я уезжаю из штата. Мне нужно исчезнуть. Что? Эй! Тише, тише, слушай. Я у них кое-что взял. Важное. Это ключ к нейтрализации всей системы. Ты должна передать его Саманте. Саманте? Брокеру. Данные должны сейчас закачаться на твой телефон. Все уже в пути, и копы, и люди дома. Оторвись от них. Вот координаты. Да ладно, так все хорошо начиналось. Мы ездили эти курьером были. Какого хера, блять, иди отсюда. Это мой долг, как подпольного бойца. Увидимся на другой стороне. И передавай привет магу. Ладно. Передам. Обязательно. О, хер, ты опять спалился. Блядский лимузин, сука. Ездит. За мной охотятся и копы, и дом. Боец, он нашел что-то важное. Назвал ключом. Всем машинам дорожный патруль ставит ограждение. Награждение тут везде понаставили свои, вонючие. Ай, сука, да что вы делаете? Ну, сорок еще этот приехал. Где он, кстати? А, вон он уебался. Вот дурак он. Не надо, X6, не надо. Я тебя достану. Да что ты, блядь? А, сука, нет, ебаный носорог. О, ладно, перелетели. Бампер помяли. Охеренно, ачивку тебе. Бампер помяли. Это твой предел? Боец, что же там было так важно, что тебе пришлось исчезнуть? Что же вляпалась я? Хер его знает. Я Адам 1-13, мы теперь ведущий экипаж. Ясно. Прицел 1-30, машина под списанием, прекращая погоню. Принято. Едет на восток, рядом с церковью Солидат. 4-4.
Иди отсюда. Блин, ну чё они даже догнать-то не могут? Никакого хардкора даже нет. Я на сложном пройду, как нехер. Ещё что? Брокер, оторвалась от хвоста. Еду к тебе. Хорошо. И Брокер. Хорошо, говорю. Да тихо ты, не моргай, был. Вот данные. Охеренный забор, спасибо, что мне его показываете. Давай посмотрим, за что пришлось исчезнуть Чарли. Уж это ты заслужила. Коллекционер — лишь марионетка. Его дом — всего лишь пешка. Все, что вам нужно знать, здесь, в файлах Аркрайт. Конец сообщения. Ну вот, собственно говоря, и все. О, Макларен, кстати, открылся. Да, кстати говоря. О! Кажется, я знаю, что я возьму для Дрэга. R8. B10+, между прочим. Вау, вот это хорошая машина. А R8, простите, сколько стоит? Мне просто интересно. Ну, явно 103 тысячи мне не хватит на нее, но я хочу и для гонок взять. Просто сейчас посмотрим. Ну да. Походу на дорого. Да, 178 тысяч. Макларен есть, конечно, он причем пизже будет. Хотя по максималке на 2 км в час хуже. Ну а так, 178 тысяч-то я могу накопить. Это, в принципе, немного. Там, опять же, на погонях фармить и все вот это вот. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.